have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Мы застряли в министерстве, пытаемся получить повышение, но я еще пока не уверен, как это делать. Хорошо, картотека, 8 минут на это Нет, спасибо. А можно... Да. С тобой... Я могу 8 часов потратить на картотеку. Обо всем... О начальнике? Свит Фергюсон, наверное, строительный начальник. Я не обсуждаю разговоры с... руководство с подчиненными. Ну и все. Ну и давай отсюда. Что у нас по заданиям? По заданиям просто... Просто страх по заданиям. Куча всего. Компромат на Фергюсона. Информацию. Так, обсудить сериал «Страсти по вождю». Вот это мне нужно. Да, начал смотреть, тяжело пока разобраться, но выглядит интересно. О, хорошая новость. Хоть кто-то, кроме меня, смотрит. Мне иногда так хочется обсудить с кем-нибудь серию, но не с кем. Как тебе, Леон? Все очень уж слащавый, как по мне, но любит Николь без памяти, это у него не отнять. И интересно, в жизни бывает такая любовь, чтобы как у Брэда, это Катрин попала кому по... в кому после падения с лестницы министерства. Кстати, что думаешь про Марка и Марси? Марк противоречивый персонаж. Мне кажется, что он только делает вид, что без ума от Стефании ради продвижения по службе. На самом деле он любит только родину и вождя, ну и себя немного. А Марси — это самая милая собака из всех, которую я видел. Ты прелесть, Эван Редгрейв. Если пожелаешь посмотреть, то... Если продолжишь смотреть, то будем с тобой друзьями по сериалу. О, это правильно, и это хорошо. А, про начальника. Как тебе наш начальник? Он может себе позволить что угодно. В этом он воплощение мечты. Был бы идеальный мужчина, если бы не был женат. Ну, у тебя, да, пунктик на том, чтобы выскочить замуж. Про министерство, про Донга. Нет, спасибо. Заканчиваем разговор. Да-да-да, пока. Пойдем тогда сразу поработаем, просто чтобы располагать некой финансовой достаточностью, насколько это возможно. А, давайте с этим, с Донгом поговорим. Стой. Узнай, что случилось. Как твой букет Леем? Произвел впечатление? Наверное. И понравились цветы? Мне кажется, это, что это провал. Ты же подарил их? Да, как и договорились, положил утром на стол. Но что с того? Она лишь посмеялась. Посмеялась или улыбнулась? Улыбнулась. Ну какая разница? Все кончено. Питер, ты уникальный человек. Улыбнулась, значит, что ей понравилось. Теперь пригласи... В смысле улыбнулась? Ты ей маки подарила, она там сдохнуть должна была. Кстати, информация про Фергюсона. О, я понял. С ума сошел. Мне никогда не хватит на смелости предложить помощь. Давай попробуем найти что-нибудь, что придаст тебе решимости. Что найти? Не знаю пока. Нужно попробовать найти какую-нибудь историю для тебя или поспрашивать у коллег. Мне кажется, кто-то подскажет, как раскрепостить тебя. Отдать средства для храбрости? Это книжку, что ли? На, держи. Что мне принес? Дать брошюру. Вот тебе брошюра. Три способа разговаривать. Не куча способов начать разговор с кем угодно. Это должно помочь. Обожаю читать. Но какая польза от этой брошюры, если я два слова связать не могу? Что ты мне принес? Нет, ничего. А, я понял. Закончите разговор. Средства для храбрости и... Я понял, что нам нужно. Ну, мне кажется, что я понял. Посетители из очереди, это, конечно, круто. Но подождите. Где была эта штука? Здесь? Минут, да, потрачу.
Вы же меня пустите с бутылкой? Спасибо. Так, информацию про Фергюсона я еще соберу. Так, дружище, отдать средства для храбрости, отдать виски. Я нашел лучшие средства для придания храбрости. Думаю, пойдет. Я никогда не пил. Всегда будет в первый раз. Главное, закусок побольше. А сколько пить? Выпей все! Пей до дна! Чего не сделаешь ради любви? Так и сделаю, когда прочитаю брошюру. А, нет. Мне с тобой нужно поговорить про шефа. Обо всем... коллег... Спроси начальство. Вот. Как ты наш начальник? Он суров? Не обсуждаю начальство, и тебе не советую. Ну, хоть пару слов, да? Хоть пару советов. Как найти к нему подход? Совет? Я всего добился сам. Мне никто не помогал, я не собираюсь. Да все, нужно доходить своим умом. Так мне мам горит. Спроси подробнее. Я не пытаюсь собрать на тебя компромат, Питер. Мне просто интересно, какой он. Товарищ Фергюсон отличный начальник с огромным авторитетом. Недавно мы чуть не провалили план по обработке обращений на для Министерства патриотизма. Так он приказал остаться всем сверхурочно и даже бровью не повел. Никто не смел с ним спорить. Представляешь? Представляешь, что было бы, если бы кто-то поспорил. Два собрали. Нам нужно... Да, до свидания. Нам нужно еще... Слушай, а ты про начальство... Блин, вряд ли ты про начальство говоришь, да? Про фальшивые деньги. Говорить о работе, курьером. Ясно. Про начальника. Как тебе начальник? Я про него немного знаю. Мое дело не перед начальством выслуживаться, а ходить документы собирать. Неужели ничего не слышал? Завидую ему, потому что начальник. Мужчина видный, девушкам нравится. Есть, собрали. Пока я с тележками, документами кидаю туда-сюда, он катает молодых сотрудниц министерства на личном автомобиле. Ты много людей с личным автомобилем знаешь. Только и остается что завидовать. Хорошо, закончить разговор. Я к тебе еще вернусь, дружище. Позвонить Каннингему. Пойдем. С этого телефона... А, у меня есть... Да, я могу по тому телефону позвонить. Давайте я сначала поработаю. Запрет массовых рассылок, талонов нет. Ну-ка. Отдел талон сообщает, что талоны в отдел талон закончились. Новый талон поступит в следующем квартале. Итак, хорошо. Давайте поработаем. 5 бланков, это 2 часа. Меняем. Добрый день, я вахтер. Я принесла реестр... Принесла реестр, то есть принесла информацию. Противоправные деньги жителей подъезда номер 3, дома номер 2 в за эту неделю. Красным отмечены кандидаты на расстрел. Погоди, ты принесла информацию. Или... А, нет, это донос. Это донос. А, жители... За эту неделю. Реестр противоправных деяний. Это, наверное, порядок. В среду в 101 кабинет пойдешь? Нет, это все-таки информация! Да чтоб тебя! Бесит. Ну, я же хотел нажать информацию. Хорошо. Управляющий нашим домом Макс Став колет орехи настольным бюстом вождя. Это донос. Вот это явно донос на Макса Стафа. Управляющий нашим домом... колет орехи бюстом. Патриотизм. 645 по средам не фурычит. 646 по средам работает. Блин, это тоже неправильно сейчас будет. О, нет, это правильно, фух. Ай, блин. Здравствуйте, вот список наших незамужних женщин-библиотекарей. Список — это информация. Для чего? Для распределения мужских коллективов каждому рабочему по умной бабе. Вы что, не получали последние директивы Министерства социальной заботы о повышении рождаемости? Информация, социальная забота. Ну, по крайней мере, так. А в 357-й... среду работает 357-й. Держи. Отлично. Забирай дальше.
Я бы хотел узнать, когда запрос. Хотел узнать, когда подойдет моя очередь на бесплатные лекарства. Недавно был у врача, он сказал, что без них я протяну лишь пару месяцев, а в очереди я как был 3267, так и остался. Запрос. Здоровье где? Культура, спорт, техника. Порядок, патриотизм, социальная забота, культура, спорт, наука, техника, труд, социальная забота. 390 кабинет в четверг не работает, 717 кабинет в среду работает. Отлично. Здравствуйте, у меня есть кошечка, ее зовут Агата. Вчера я отпустил ее погулять на улицу, и кто-то привязал ей к хвосту консервную банку. Бедняжка так помчалась, что разбила витрину магазина, еле-еле поймал, до сих пор не могу успокоить. Я прошу найти хулигана и покарать его по всей строгости военного времени. Это жалоба на порядок. 301 кабинет, который работает в среду. Да! Ай, неужели я что-то начал соображать? Аж прям не верится. Хочу ли я потратить еще 2 часа? Да, хочу. Простите, все знают, что наша страна самая лучшая. И чтобы в очередной раз доказать это другим странам, наша сборная была отправлена на международные соревнования по легкой атлетике. Это спорт. Так мало того, что эти дармоеды ничего не выиграли, так они еще и не... так еще и вернулись. Не все. Я предлагаю... Нет, я требую, чтобы те, кто не добыл золото на соревнованиях, отправились добывать его в шахты. Это жалоба или донос? Это запрос? Я требую. Пусть... Пусть это будет запрос в Министерство культуры и спорта в 404 кабинет. Я, по-моему, об этом пожалею, да? В среду работает 404 кабинет. Да, это жалоба была. Ясно. Черт, ладно. Ну, да, тут можно было по-разному посмотреть. Добрый день. Недавно купил новую тушь для ресниц. Там написано, что она создана по уникальной формуле с использованием оружейной сажи и отработанного машинного масла. Я бы хотел узнать, как ее теперь смыть. Запрос. Наука-техника, 390. Он не работает сегодня. 432. В среду работает. Да, правильно. На наших улицах появилась агитационная машина, и громкость превышает все доступные нормы. Да, это у нас было уже. В нашем тополе стекла противоагитационной деятельности. Нет, что я понимаю, важность патриотических чувств. Нельзя ли немного поубавить громкость? Это жалоба на... Патриотизм 154 в среду работает. Пожалуйста. Да. И мне еще 100 этого капнуло. Вообще супер. Хочу донести, что... донести. Донос. Что мой начальник Гус Морев устроил на работе сущий ад. Тиранит своих подчиненных, заставляет подносить чай и чистить ботинки. Это возмутительно и противозаконно. Донос. Труд. 467 кабинет свободен. Стоп. 467 в среду работает. Далее. Оливия Райс, жена начальника паспортного стола Бруно Райс, использует бюст вождя в качестве гнета при засолке капусты. Это донос на патриотизм. 279.
207, блин, 279, в среду работаешь, работаешь, держи. Это донос. Я могу на самом деле поработать еще 2 часа. Посмотрим, может быть, мне это и будет выгодно. Пока что я выйду. Мне еще осталось 4.45 для того, чтобы здесь. Я могу позвонить сейчас нашему другальку. Это 15 минут, не так много. Анонимная служба доверия приветствует вас. Эван Редгрейв. Выберите цель обращения. Сдать информацию о коллеге, подать заявку на повышение. 15 тысяч! 15 тысяч! Принять участие в программе «Конкурентная среда». Уважаемый сотрудник, подавайте заявки на участие в моей программе «Четверо смелых». Хочешь получить повышение, вступив в карьерную гонку с 3 коллегами и заставив их сдаться? Одна должность, один победитель. Добейся повышения, если не боишься конкуренции. Погоди. Есть информация, которую я могу поделиться с министерством. Это правильный выбор, Эван. Позвони по личным вопросам. Звонки по личным вопросам, служебный телефон запрещены. Ох, блин. Я просто смотрю, у нее такая каждый раз фигура, она тут рассекает. Понятно, что все к ней липнут. Хочешь позвонить, иди позвони. Вот для чего были эти все плюсики в... Вот это все, что я узнал, это все потом можно обменять на... На. Хорошо. Пара фальшивых денег. Парриш Фергюсон сообщил, что вы дадите мне пачку фальшивых денег. Держи ручку, расписывайся в бланке получения. Давайте. И бланк след... складской накладной. Хорошо. В журнале инструктажа по технике безопасности. Также так его же не проводили. Без надписи не выдай. Без подписи. Понял. И ручки верни. Закончи разговор. Так. Я не уверен, что мне прям нужно выполнять задание Фергюсона. Позвонить, получить биометрический сейф. Игра на чувствах. Ну, давайте попробуем. Попробуем втереться к нему в доверие. Итак, дружище, это ты? Здравствуйте. Слушаю вас. Ты со мной разговариваешь? Спасибо. Дело в том, что я не могу ни от кого дождаться помощи. На очередь, она там, дальше, совершенно не двигается. Я стою в ней уже неделю, не продвинулась ни на шаг. Чем я могу помочь? Ждите, люди ждут, и вы ждите. А вы посмотрите, люди стоят даже перед заколоченным окном, я не могу так ждать. Могли проверить сотрудник, который работает в том окне? Может быть, что-нибудь случилось, и имеет смысл не согласиться? Хорошо, какой номер окна? Номер окна 101. Я посмотрю, что можно сделать. Ну-ка. Сегодня начальник объявил, что в целях экономии вынуждены снизить нам зарплату. А себе? Себе он вчера золотые часы купил, чтобы опоздавших отслеживать. Какой красавчик. Посетитель. Так, окно 101... Так, охранник. Стоять, бояться! Мне к вам направил товарищ Фергюсон. Тебя, что ли, в очередь надо запихнуть? Подтвердить. Да. Это первый день, тут поздно уже, очередь у нас с утра занят. Приходи в следующий раз пораньше и куклу не забудь. Понял, кукла это, если что, деньги фальшивые. Блин, откуда я знаю, что кукла это фальшивые деньги? Зачем мне такие знания в этой жизни? Так, 101 кабинет проверить. Сейчас уже поздно, значит, я могу тут пойти поработать, и мне тоже от этого будет хорошо. Где я вам 101 кабинет-то проверю? Блин, у меня тут все задания не высвечиваются. Задание, задание. Окно 101. Выясни причину закрытия окна приема, секретный посетитель. Поговорить с человеком у торгового автомата. Поговорил не сегодня. Повышение. Получить повышение. Джейн сказал, что получил повышение, смогу больше узнать о моем отце. Понятно, под прикрытием. Позвоните Каннингему. Игра на чувствах Донга. Блин, награда 1000. Расследование. Получить. Угу. Так, дружище. Что...
Спроси просто первое окно, да. Ты что-нибудь знаешь про окно 101? Нет. Чего тебе? Обо всем... Не надо закончить разговор. А ты что-то знаешь про 101 окошко? Вот. Ты что-нибудь знаешь про 101 окно? Может быть, и знаешь, что конкретно интересует. Интересует окно 101. Не подскажешь, где его искать? Подскажу, иди налево и через 5 метров поверни направо. В общем, там разберешься. Что за волчье чутье, блин? Час на это потратить. Хорошо. Пойдем. Фига себе! Я заглянул в кабинку, про которую говорил посетитель, сразу обнаружил причину проблемы. Мертвые сотрудники не могут обслуживать посетителей. Судя по всему, бедолага схватил сердечный приступ, но этого никто не заметил. Незаметная жизнь, незаметная смерть. Ну, нужно рассказать охране, пускай разбираются. Вот это ничегошеньки. Ничегошеньки, вот это. Так, Марка, который Поло. Чего тебе? Отказаться поговорить, поговорить обо всем, о семье, о наследстве. Марка, ты как тут работаешь? Только ради наследства отца? Отец не дает мне деньги, поэтому приходится гнить тут. Даже если он скопытится, я ничего не получу. И что этому старику не нравится? Вот если бы он одумался и начал давать мне деньги, я бы все это министерство чертям послал. О семье, о работе, о коллегах. Скажи о коллегах. О начальнике. Думаешь, что думаешь про начальника? А что мне думать? Он же не девушка. Ну, мы подчиняемся ему. Марк Алигран не подчиняется никому. И что этот жертяй все еще начальник? Вопрос времени. Скоро займу его место. Вот увидишь. Какие хорошие слова. Про Эму. Знаешь про Эму? Она редкий экземпляр. Серьезно? Я сплю или ты только что про кого-то отзывался? Хорошо. Приятель, ты просто не заслушал. Редкость ее в том, что она единственная на моей памяти женщина, которая со временем в том менее привлекательна, чем закрыт. Не пойми меня неправильно, смотреть на нее приятно, особенно сзади. Но стоит ей загореть, как у меня сразу же вянут уши и хочется надраться дешевым полом, лишь бы не слышать ее нытья и постоянных рассказов про сериалы по телевизору. Ты знаешь... А ты на нее запал, что ли? Просто интересуюсь. Ну да. Короче, если тебя привлекают тупые, одинокие мамашки, ищущие себе мужа, попробую подкатить. Ну, я понял, что она одинокая мамашка. Да, это... Стой! Нет! Открой! Поговорите обо всем. Про Донга еще раз. Как носит Донгу? Да, мне кто-то подарил цветы, уверена, что это был он. Жаль, что не мои любимые цветы. Про министерство. Расскажешь, что про свое робот-министерство? Да, я уже пожалел, что я на это нажал. Закончи разговор, все, до свидания. Я вот что думаю, не запалят меня с фальшивыми деньгами-то на входе. Мне же их, собственно... 15 минут потратить еще на телефон. Не, погоди. Я пойду еще поработаю, как честный труженик, потому что мне нужны деньги. Хорошо, что не сбрасывается план. Это прям приятно. Запрет массовых, да-да-да. Давай еще поработаем, 2 часа на это потратим. Требую наказать тех, кто... Понятно, сейчас, секунду. Значит, те, кто допустил выпуск презервативов под маркой «Вождь», никому не позволили натягивать великого... Это жалоба. Так, те, кто выпустил. Те, кто допустил выпуск. Это патриотизм или труд? Наказать, кто допустил выпуск. Ну, пусть будет труд. 212 кабинет по средам открыт? Открыт. Нет, это был патриотизм. Да ну, блин, чтоб вас к черту. Я не знаю, что мне делать. Вы моя последняя надежда. Расскажите подробнее, что произошло. Мою дочь сбила машины, и срочно требуется пересадка почки. Она 176-я на очереди. Малышка при смерти. У нас совсем нет денег, чтобы подвинуть зарплату
в очереди. Вы хотите оформить запрос на медицинскую квоту? Да, прошу вас, если моя крошка умрет, я не переживу этого. Запрос. Социальная забота, видимо, потому что медицины как таковой нет. Наука, техника, культура, спорт. Я думаю, да. 390 кабинет доступен. Нет, недоступен. 769 кабинет. В среду работает. Да, это есть. Дальше. Может быть, тогда сегодня сдадим квест про 101 кабинет? Добрый день, я принесла каталог моделей одежды для работниц металлургических заводов, которые мы разработали в нашем ателье. Тут есть все от нижнего белья до касок. Это значит информация. Значит, модели одежды для работниц металлургических заводов. Но я думаю, что это труд. 606 кабинет у нас свободен. В среду он работает. Пожалуйста, будь правильным. Да, это правильно. Мне тогда нужно еще одну хорошую для получения. Так, в связи с приближающимся концом света необходимо провести информирование населения, чтобы люди не впадали в панику. В связи с чем? Мы же все разработали. Достаточно будет, если вы насчет вторжения внеземных цивилизаций, то мы уже готовы, можете не беспокоиться. Нет, вы все не так поняли. Я сотрудник университета. Приближается солнечное затмение, необходимо проинформировать население, чтобы люди во избежание повреждения глаз не смотрели на солнце с концом света. Затмение. Без специальной защиты. Приближение солнечное. Так, значит, нужно информация, наука, я так понимаю, университета, значит, наука. 78-й кабинет, тебя можно? В среду работает, отлично, иди. Запрос! У меня есть еще один? Да, у меня есть еще один. В этом году у нас подошла очередь на место в детском саду для сына, но мне оно уже не нужно. Как я могу отказаться от него? Почему хотите отказаться? Сын погиб на фронте 3 года назад. Думаю, воспитательница ему уже ни к чему. Запрос. Социальная забота. 357. Не работает. 390. Не работает. 717. Работает. Пожалуйста, будь правильным. Да. Далее. Хорошо. Мы могли заработать больше, но, в общем-то, мне все подходит. Вопрос вот в чем. Выпустят ли меня с фальшивыми деньгами? Или же... Давай я их тут оставлю, раз нужно... В заголовке написано, что папка из архива нужно кому-нибудь отдать. Папка из архива. Отдам завтра. Это мое. Это мое. Так. Что у нас по квесту 101 окно? Рассказать про мертвого сотрудника охраны, рассказать про мертвого сотрудника посетителя. Охране. Идите вы нафиг. Посетитель, я не знаю, что сделает. И со мной потом я не знаю, что сделают за это. Или и то от меня требуется, или по очереди. Так, дружище. Что вы хотите? Как направил товарищ Фергюсон. Надо запихнуть, подтвердить, да. Та-та-та. Не этому охраннику. Моя твоя понимать. Другому охраннику получается. Тут у вас весело и хорошо. На проходной можно охранника найти. Где можно было еще охранник? На проходной же. А, вот, да, можно и здесь. Угу. Вот тебе, значит. Стой! Рассказать про мертвого сотрудника. Ковинг 101 лежит труп.
Почему? Что? Почему? Почему лежит или почему 101? Почему я об этом не знаю? Понятия не имею, теперь знаете. Разберусь, свободный, благодарю за службу. Это все? Понял, до свидания. Но квест на этом не закончился. И то нужно сделать. Значит, расскажем посетителю тоже без проблем. Если за это отблагодарят, то почему бы не открыть эту тайну? Я пока вообще не сильно понимаю, на чьей стороне и что я хочу делать. Вот в чем моя проблема на самом деле. Пока что играем на все фронта, а потом, когда я уже точно определюсь... Так, дружище... У меня для вас новости, хорошая и плохая. С какой начать? Давайте с плохой. Сотрудник, которому вы стоите в очереди, умер на рабочем месте от усердия неделю назад. Какой ужас, а хорошая. Хорошо стоит в том, что теперь вы можете спокойно занять другую очередь. Знаете, я, наверное, пойду домой. Я хотел получить премию за сдачу опасной литературы, но она вряд ли уже покроет мои расходы. Если хотите, можете забрать книгу себе, я не понесу ее обратно. Согласиться. Спасибо, я найду и правильное применение. А чё за книжечку? Советы на все случаи жизни. Новый навык. Скидка на оплату водоснабжения. Только на водоснабжение. На водоотвод нет. Только на водоснабжение. Я вас понял. Меня с ней пропустят домой, я очень надеюсь, да? Пойду, наверное, еще позвоню, что ли? Принять очередь, принять это в программу повышения. 15 тысяч я ни в жизни не наберу. Вот просто вообще никак. Никогда, ни за что. Так. Ну, поговорить обо всем. А, про коллег, про Хазер. Я тебя люблю. Это мы уже видели. Начальство. Ладно. Это... Да, да, все, давай, до свидания. Давай, до свидания. Выйди из телефона, пожалуйста. И служба доверия. Информация про коллег. Еще полтосик. Почему бы нет? Принять участие в программе. Да, давайте. Хочешь получить повышение, принять участие. Поздравляю, добавлю в программу повышения четверо смелых. Выведите трех коллег из числа конкурентов на повышение, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Ваши коллеги добровольно или принудительно должны снять свои кандидатуры из списка. Соблюдать директивы, сообщать о нарушениях соперников, чтобы получать премию. Желаем карьерного взлета. Или за 15 тысяч. Тут, короче, все можно сделать за деньги. Кстати, за 1000 я могу получить... Я за 1000 теперь могу получить у него ящичек. Что тебе? Пробиометрический. Да, 1000 по дружбе. Я могу его забрать, но... Блин, я не уверен. Ладно, посмотрим. Пишите в комментах, что вы думаете об этом. Стоит ли мне так поступать? Обо всем. О коллегах, работе, семье, наследстве, семье... повышение. О, повышение. Зачем тебе повышение? Мне не нравится кабинет начальника. Мне нравится кабинет начальника. Буду туда девочек таскать. На ковер. Понял, да? На ковер. Смешно, правда? Да. Да. Хорошо. Закончить разговор. А тебе зачем повышение? Девочек он на ковер собрался таскать, блин. Поговорить обо всем. Блин. А флиртовать это что делаешь вечером? Смотреть сериал или лягу спать? Неужели как красивой девушке? Пригласить в подсобку. Сейчас о чем ты? Да-да-да-да-да. Что такое? Поверишь, не жена? Та-та-та. За 500. А предложить деньги. А я слышал, ты нуждаешься в деньгах. Я могу тебе их дать. Предложить 100. У меня есть 100, которые могут стать твоими. Ты меня за кого принимаешь? Предложить 300?
Да? Что ты скажешь насчет Ренара? Да, я оценил твой толстый юмор, можешь его спрятать. 500 я тебе не дам, иди нафиг. А! Вы чё? Вот это неудачный подкат был. 500... авторитета мне продавили. А, ну ты прикинь, за... Ой, блин, как жалко-то получилось. Так, ладно, дружище, а что у тебя насчет повышения? Обо всем министерство Хеминс, коллега, назад ничего закончить. Блин. Прям отвратнейше получается. Хорошо, час я уже никуда не дену, пойду домой. Блин, офигеть. То есть за фейловые попытки тебя очень жестко наказывают. Что ж, будем знать на будущее. Это урок. Это урок. Я понял. Получается, что у нас по квестам сейчас. Это карта, это... Вот. Конкурентная среда. Питер Донг. 10 тысяч мы, кстати, за это обещают. Коллеги добровольные или принудительные должны снять. Секретный посетитель — это завтра на утро. Повышение. Получить повышение под прикрытием. Позвонить Каннингему из дома, что ли? Донга, слабость, страх. Я пока что, кстати, не знаю, что у него там по слабости и по страху. Ну хорошо. Я думаю, мы это еще разберемся. Не палите мне книжку, пожалуйста. Да, спасибо. Я хочу унести ее домой, выучить это чертово умение. Надо продолжить смотреть сериальчики. Тут ничего не поделаешь. То есть у меня сейчас цель... подружиться со всеми как можно ближе, а потом их всех кидануть. Ну, видимо, да. Утрачен навык знания. Это я типа сериальчик не посмотрел и все, и здравствуй, до свидания. А почему дороже? Нет, я пойду... Нет, подождите, ребят. Во-первых, 1000 у меня нет. Во-вторых, сначала навык выучу. Да, давайте так. Шесть часов! Шесть часов учить. Да, я слышу, что он стучится. Я один раз покупаю его и потом просто смотрю. Страсть по вождю, значит, так, это нужно... тут будут еще сериалы. Приключения патриотов покупаем. Страсти по вождю смотрим. Добавлю навык знаний героев сериала «Страсти по вождю». Кто там? Чувак такой сыт. Здравствуйте, чем могу помочь? Разрешите рекомендоваться. Симон Валуа, управляющий этим чудесным домом. Эван Редгрейв. Чрезвычайно рад знакомству. Как устроили, все в порядке? Может быть, вам нужна помощь? Да, все нормально, еще бы счета пореже приходили. Эх, я вас понимаю, будь моя воля, вообще денег не брал из проживающих, но сами понимаете, работа. Карл Штейн с тобой согласился. Симон, я просто пошутил. Ага, обожаю с таким изящным чувством юмора. Уверен, мы подружимся. А супруга Маргарет готовит чудесный студень из коровьих хвостов. Заходите в гости, угощу. Хорошо, как-нибудь зайду. Симон, извините, я устал после работы, я хотел отдохнуть. У вас какие-то вопросы? Простите, болван, я задержу вас еще буквально минуту. Мне неловко говорить о деньгах, но все жильцы дома должны срочно сдать фонд капитального ремонта по 100. Если у вас нет... сколько можете, но деньги нужны прямо сейчас. Ладно, на. Конечно, возьмите. Немного благодарен, извините, что потревожил. Всего вам доброго, хорошего дня. И вам тоже, Симон. Деньги уходят просто как дети в школу, черт побери. Что мне нужно оплатить срочно?
На это у меня еще 5 дней. Я могу сбор помощи национальной футбольной команде и отопление сейчас оплатить, потому что нужно. Там 500, это дофига, но это через 5 дней. Я крайне надеюсь, что я где-то смогу это собрать. 520. Нате, подавитесь. Симон. Где-то у нас. Погодите. Джеймс, Магда, Марко, Питер, Моррис. Я что-то не понимаю в этой жизни, а где Симон? Ну ладно. Почитать книжку или посмотреть сериальчик? Посмотрено. Молодые патриоты, активные молодые люди, ходячие борцы. А я могу с кем-то раздружиться? Так, ладно, давайте пока так. Мы подкатываем к Хазар и читаем книгу. Я думаю, такая будет стратегия. Блин, я об этом потом пожалею, я знаю. Еще 4 часа ее читать. То есть мне еще как минимум 2 или 3 вечера придется потратить. Все, спать, денег нет. На уважение нас кинули. Все плохо. Ладно, ребяточки, давайте тогда на этом моменте заканчивать. Сейчас прямо сходу пойдем забирать фальшивые деньги, становиться в очередь, а там уже на это посмотрим. Спасибо пока, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек и всем покеда.